Всем привет. Добрый день. До скорой встречи. Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв Серебряного Авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды Серебряного Авангарда, который направится в цитадель ледяных пещер Грозовой Гряды. Был призван Гормак, пронзающий бивень! В бой, герои! Твои чудовища не чета героям Альянса, Тирион. Я видел и более достойных соперников в Багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Давай, Гер. Правого червя объем. Так, жил через токсин. Люк. Токсин, бегите все к черепу быстро. Беги, череп, беги. Давай. Все, беги к ним. Беги к ним быстрее, Митриос. К зеленым людям. Еще вот зеленый стоит. Че, все кончилось? Ну, кто там зеленый, блядь? Давай по зеленому. Вот. Следующего бойца. Блин, на арену выходит ледяной рев. Сражайтесь или погибнете, герои. Ова. Thank you.
чем могу быть полезен? Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Давай, Фурика, Ризи. Тут один танк справится. Благодарю, Верховный Лорд. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Что с него? Могут эту шкуру снять с этого дурака? Готовьтесь к забвению! Или она не снимается? Ага! Получилось! Ну, оттуда и должны быть шмотки. Перед всевластным Вильфредом Непопамсом, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Тут я главный! Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет свое темное царство! Перед вами Джарацус, эреданский повелитель Пылающего Легиона! Дорогая, да? Явись, сестра! Господин зовет! Гибель Вильфреда Непопамса весьма трагична и должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Так, Рога, первого сливаем. Хризи в ДД, спекайся. Митриос, Рогу потом киш, и мы его, короче, первого сольем. Первый дизарм кинет Фризи, потом кинет Мудвейн через 10 секунд. Так, а потом будем играть Лока. Вот контролить будете хилов. Значит, фибрилляция. Будешь кидать жабу на луну. На дерево будем кидать Апис. Будешь кидать циклон. Квадрат контролишь. Остальных фирим. Даем сава, даем стан. Сначала бьем звезду, потом кружочек на пул. Метрёс, то он тише этот самый. Потом будешь сало раздавать хилам, там, магам, ШП. Апис тут. Сразу притянешь рогу. Тяни рогу, фул ДД в рогу.
кружок играем. Рассеиваем. Сбейте нас. Так, давайте луну. Блять, рассеивали просто точечно хотя бы. Пустая и горькая победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме расплатившись, вы сможете пройти последнее испытание? Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Метриос, значит, правую Хризи и левую. Хризи, подведешь свою вальку к нашему белому порталу. Когда надо будет переключиться, возьмем белый портал и будем бить вальку. Сейчас поставлю. Сначала бьем звезду. Если переключимся на белую, то будем бить череп. Чего откатывается? Просто сразу, короче, этот... Бдилки не надо никакие, не надо никакие бдилки. А, в смысле? У него ее нет. Если на БДК, а у него нету. Это без разницы, ты просто ЛПшки даешь, у них агро общее, у них столб агро один на две, на два моба. Ты даешь просто ЛПшки свою, если ты сорвешь, то это не страшно. Танк просто заберет товар с тебя и все. Все, Хризи и танк этот Метриос, начинайте. Возле белого портала, веди к нам ее, Хризи, слышишь? Никуда, а сюда к нам. Все, бьем. Держите их вместе, они их можно кливать. Особенность 3 секунды, смотрим внимательно, готовимся. Все, бьем, добиваем. Сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов! Давай в одного танка, короче. Так, жуков. ЛПшки покидаешь. Потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои. А что, не слышно меня, что ли? Несем в клочья остатки.
знания, которые мы бы не могли пройти. Так, короче. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. В кризе, давай, Фурика. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно когда, построили короче, свои дома. Ветрёс будешь босса пулить, короче, прожмёшь это, как оно называется. Короче, ты его подведёшь ближе сюда к нам, не там, где он стоит, чтобы мобы были ближе, чтобы ты хлпшками справа-слева забрал, если не пойдёт. Вот, значит, отдашь этот... Две ЛПшки, кровотвод ЛПшку, потом усиление отдашь и два удара смерти по этим, по нубу. И потом у тебя будет 4 ЛПшки, ты сможешь забрать мобов и ЛПшки еще босса дать. Хан спулит на тебя на пулю, давайте чек на пул. Две пачки мобов будем сливать, переводить сразу. Фокус готов. Давай, чтоб ты понял. Сюда в звезду подойди, этот Метриос, и все отойдите еще дальше за звезду. Отсюда ты просто кинешь таунт в босса, и мобы будут ближе. Давай, таунти босса, он сюда подойдет. Ой, ой, ну ладно, вот это. Все, теперь поворачивай. Лезут жуки с ЛПшки. Давайте ауешим жуков. Все, бей. Бейте, босс. Давайте Геру убиваем босса, короче. Геру, Геру. Добивайте. Бабл 2 секунды. Да, блять. Побежали. Накормит хозяина. Пиздец, опять волка проебали. Третий кулдаун волка проебал. Да хули экспериментировать, я не знаю, блядь. Как ты падаешь? Просто в тебя не кастовала, еще 5 секунд тут и все. Не, зачем танк? Просто мобов убьем и все, вторых.
Блять. Это место станет вашей могилой. Давайте могу. Апис поднимаю. Давай, Гер. Знаешь, без Гер. Босс обьем. Да, в пешке в жуков. Теперь в жуков бьем. Господин.